Так, сегодня испытаю вот эту штуковину Jump Starter. Так, вот у меня вообще не реагирует никак. Ну, поехали. Шкода Йети есть такая клемма. Вот за нее подсоединяю. Вот. Обратите внимание, где аккумулятор. Почему не знаю, рекомендации такие. Машина. Так, ничего не происходит. Что-то произошло. Плохой контакт оказался. Кажется, головка болтов покрашена. Вот смотрите, все работает. Работает минус 4 градуса. Так, ну, вперед. Гидроусилитель не работает. Электроусилитель. Ну, в общем. Китайский девайс отработал свои 50 баксов. Так что, ребята, вещь. Да, не забываю выключить, то не дай бог где закоротит. Ну все, удачи всем на дорогах.